Приветствую всех, друзья! Я нахожусь в своем родном городе Мариуполе и сейчас прогуляюсь по улице Урицкого. Покажу вам, что сносится, а что строится. Друзья, сразу начну с актуальной темы отопления. Сейчас активно ведется монтаж труб теплосети. И в данном случае мы можем наблюдать процесс их замены. Теплотрассы меняются целиком. И не только по улице Урицкого. Во всех домах полным ходом продолжается замена радиаторов отопления. В комнатах монтируют по 10 секций, а на кухне по 6. И сейчас мы видим их монтаж в квартире моих родителей. Батареи российского производства. Также в уцелевших домах активно ведется замена стекол. Демонтированные окна вывозятся вместе с мусором. Это школа номер 64. Как внутри, так и на ее территории ведется капитальный ремонт. А это школа номер 53. И она тоже в процессе восстановления. Сегодня на ремонтно-восстановительных работах в городе задействовано более 33 тысяч человек и свыше 1500 единиц техники. Привлечение такого количества человеческих и технических ресурсов позволило построить в Мариуполе 22 новых дома на 1520 квартир. А также на сегодняшний день в городе восстановлено 18 школ. Строительные работы ведутся днем и ночью. И это только начало. Друзья, желаю вам здравомыслия, процветания, мира и добра. И, конечно же, благодарю вас за вашу моральную и материальную поддержку. До скорой встречи. Пока.